видео спортмотор. Сегодня, 23 августа, можно смело назвать уникальным днем в спидвейной жизни России. Сегодня на стадионе «Строитель» проводится финал личного чемпионата Европы. Здесь участвуют сильнейшие гонщики континента, среди которых и наши – Денис Гизатуллин, Ринат Гафуров, Семен Власов, представляющих сейчас различные клубы страны. Вся борьба еще впереди. Здесь нет слабых. Здесь все сильнейшие. О том, кто победит, мы узнаем уже совсем скоро. А пока гонщики готовятся к выходу на старт. Итак, дорогие друзья, мы начинаем парад представления гонщиков Сталинграда, директоров спортсменов и стороны, которые я представляю. Thank you.
государства, которые представляют сегодняшние университетские группы. Итак, внимание! Далее приветствует Грузию! Россия! И приветствуем
дорогие друзья, завершился второй поворот. Thank you.
szkoły, ale już przyszło na uniwersytet. Złożą na świecie, jedną w tą szkołę, na tym kół, na uniwersytet. I trafą na świecie, ale w tę szkołę. Rolnik Janowy, ponad 19, Polska. I tak, Dzienicy na górę, ale szybko. Thank you.
Безусловно, сегодняшнее соревнование очень напряженное, потому что приехали все самые лучшие гонщики Европы. Вот, и поэтому борьба очень интересная, как вы видите, есть. Значит, не обязательно нужно выиграть старт, потому что, выиграв старт, некоторые гонщики обижают. Буквально были. Кто-то он ехал сейчас первым и в итоге пришел вторым, а кто был ехал третьим, выиграл этот заезд. Поэтому очень интересное соревнование, и я рад, что дошел до финала и постараюсь выступить как можно сильнее. Для меня эта гонка достаточно ответственная. Здесь много очень сильных гонщиков. И я думаю, что мне удастся выиграть хорошее место, завоевать очки. Я, как и каждый здесь из гонщиков, надеюсь, конечно, победить. Мы тут приехали, чтобы завершить, как каждый. Дякую вам. Видео спорт, мотоспорт, мотоспорт. Yeah.
Последний заезд был достаточно серьезным, и вообще все заезды здесь очень серьезные, очень ответственные. Здесь много сильных гонщиков, практически вся Европа. Ну, я надеюсь, что мне удастся хорошо выступить. Это новый опыт для меня. Я впервые в России, и здесь новый стадион. Для меня это очень большой опыт. Что касается чемпионата, то здесь достаточно серьезно все проходит, хорошо организовано, но очень напряженные гонки. Андрей Александрович, сегодня, можно сказать, уникальное событие, финал чемпионата Европы и в России, и в Тольятти. Что вы думаете вот об этом событии, что можете сказать? Да вот, к сожалению, не очень хорошо он после вот состоявшихся трех серий заездов для нас складывается, потому что мы прекрасно понимали, что в этих погодных условиях, когда тренировку пришлось принести, и буквально за полчаса был ливень в 50-40 километрах от Тольятти, пришлось сильно укатать дорожку. И, к сожалению, наша старая болезнь, отсутствие стартов у ведущих гонщиков, но таких стартов, они хорошо стартуют по российским меркам, а вот отсутствие стартов по мировым, по российским меркам хорошо, по моим мировым и европейским не хватает. Вот оно сегодня сказывается, но я надеюсь, что в четвертой, особенно в пятой серии, когда дорожка уже станет чуть рыхлее, появится возможность обгона, результат, надеюсь, будет для нас более благоприятный. Все, очень многое может решиться в 14-м заезде, когда с лидером, с Андреем Карповым с Украины вместе стартуют Даркин уже, по-моему, сейчас я посмотрю. Гизатуллин и Власов. Да, там будет Каравацкий по красной дорожке, по первой, Ронни Эмрожи и Мац Корнелиусон. Я считаю, что вот это один из ключевых заездов 14-й, который на распределение медалей будет влиять. Спорт мото, спорт мото, спорт мото. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
сейчас очень сильный человек, сейчас очень многое будет решаться именно в этом районе, который принимает участие. Попали вы, попали вы, приняли, попали вы, попали вы, попали вы, попали вы, Thank you.
Спорт, мотор.
Thank you.
студия Sport Motor. Сегодняшнего грандиозного такого шоу, от сегодняшнего мероприятия. Организацию уже оценили на отлично. Как вы в целом оцените? Знаете, во-первых, здравствуйте, да, то я зашел там и не поздоровался. А во-вторых, мне сложно оценить, потому что, знаете, оценивать хорошо, когда сидишь и наблюдаешь за действием. Да, это хорошо, это плохо. Для нас это была работа, то есть, в принципе, мы мало уделили времени для того, чтобы оценить свою работу. Я думаю, что нам оценки раздадут другие. Непосредственно представители УЕМа, и самая главная оценка для нас будет, конечно, от зрителей. Мы постарались сделать все, что смогли. Насколько это у нас получилось, я говорю, это не мы будем оценивать. Нашу работу на кто-то оценит другой. Нам повезло то, что сегодня у нас дождь обошел стороной, просто когда выглянул в окно. Сделали, да, не привлекали ничего особенного. Единственное, что мы сделали, приняла комиссия решение отменить вчерашний тренировок. То есть за счет этого мы сохранили дорогу, я думаю. То есть вот сегодня она подсохла чуть-чуть, ее тут укатали, сняли слой, проехали и тренировки, на все нам хватило. Ну я так понимаю, раз гонку разрешили, то вопрос по качеству дорожки можно не задавать? Инспекция трека была до тренировки официальной, были некоторые замечания нам сделаны со стороны Анжи Бродского. Это как ты сказал мне, что Ренард, уваги по-английски, не? Это так, они сделали в один час. После одного часа не было ничего. Мелкие замечания были, да? Это поправить. Там, для примера, скажем так, крошку из фундамента. Ну, насколько я знаю, однозначно были с Балакова. Насколько я знаю, однозначно были, по-моему, с Октябрьского, с Салавата. А я знаю, что у нас приехала вся команда ледовая, приехали с Уфы, с Каменем Кадыровым. С Уфы, с Красногорска, чек был. С Красногорска, с Каменск-Уральск. Наши ребята все были здесь ледовики. С Владивостока я встретил вчера. С Владивостока были. Так что, я думаю, здесь была представлена практически вся наша необъятная родина. Вернемся к теме Гран-при. Хотелось бы ваше мнение узнать насчет этой мечты, я думаю, многие болеют. Это мечта. На сегодняшний день это смело можно назвать мечтой, я не буду лукавить. То есть это довольно-таки серьезные деньги для того, чтобы провести. Мы самостоятельно, я сразу скажу, мы это дело самостоятельно не потянем. Без помощи муниципалитета или без помощи областного правительства, без помощи какого-то, либо если мы найдем какого-то спонсора, не знаю, насколько уж актуально сегодня говорить об этом в наше время насчет спонсорства, да? Вот, но пока вот так вот. А одно я могу сказать точно, что представители, скажем так, BSI, они не отвергают такой возможности дать этап, один из этапов Гран-при сюда, в России. Вот, насчет этого переговоры велись, и нет, там категоричного нет. В чем нас поддерживает, и спасибо за это и Анжи Гровскому, то есть он тоже нас рекомендует, естественно. И они все видят стадион, они все видят все условия, которые здесь есть для проведения этого этапа. Это хорошо, в любом случае, для них же это же бизнес, да, то есть расширение географии для них плюс. А для нас вот вся основная проблема в финансах. Будут финансы, будет гран-при. Не будет финансов, не будет гран-при. Но мы стараемся. Я вам могу сказать, как вице-президент трековой комиссии ФИМА, что на 2010 год гран-при есть нереально, потому что календарь есть приближенный. Первый год, который может быть, гран-при, 11 год. Ну, единственный, да, Анжи мне говорил сегодня, то есть единственный вариант, если кто-то откажется. Потому что, вот, допустим, эта ситуация связана с отбором чемпионата мира на льду, я не знаю, вы помните, на гонках, да? У нас отказался Стокгольм, и мы здесь его провели. Вот, поэтому... Но и вы получили в 2010 году финал. Финал, да, да. Финал. Один из этапов гран-при, кстати. У нас уже есть гран-при, да, зимой. Она из этого поедет, как и у нас, это тяжело было, не? Вроде бы думал, что буду первый, а так вышло. Рассчитывал на первое место. Так, 50 на 50. Андрей, вот в самом первом вашем заезде, по сути, это была репетиция вот финального перезаезда. Ну, не считая Дубинина, вы все соревнования, вы выиграли тот заезд. Ну, если бы это был бы
финальный заезд, было бы супер. Что помешало в финале? Не знаю, что там, мотоцикл уже неправильно настроил сам, может. Ну, это спорт. Удачи, может быть. Может, удачи. Вы слышали, как вас поддерживают? Да. Очень, очень приятно, что болельщики так поддерживали нас. Аплодисменты были такие громкие. Очень было приятно, это помогает. Очень помогает, да? Родной трек — это Октябрь, Владивосток. Ну, сейчас приходится так, с тем, что команды нет, выступаем за Восток. Как-нибудь готовились, я не знаю, морально или физически, вот к этой сегодняшней гонке? Вы вчера говорили, что вроде как удача, вроде главное — старт не провалился. Я так понимаю, все-таки все удалось там. Как готовились? Ну, как и всегда, просто нормально отдыхал. Ну, как готовиться? Технику подготовил хорошо, механик, спасибо ему большое. И с первого заезда немножко не попал в настройки, потом поправили. И все тройки остальные были. То есть первому вот этому заезде вам настройка техники только? Да. Скажи, видел, что можно карпу достать там поляка? А вот честно сказать, после первого заезда я так подумал, может хотя бы за какую-нибудь медаль зацепиться. Ну, так получилось. Когда польские гонщики гоняли у нас здесь и приезжали лучше, чем наши местные гонщики, они удивлялись, что наша публика говорила, ну, то есть поддерживала, наша публика болела за красивый спидвей, поддерживала поляков, не кричала, что уходите отсюда, вы не местные. Вот как вам наш сегодняшний стадион, наша сегодняшняя публика? Атмосфера была очень хорошая, давно такую не видел, это напоминало польскую лигу. Вищего класса, когда финал польской лиги, даже некоторые заводы гран-при, например, в Кардифе. Он очень доволен публиком, фантастичен. Можно вопрос еще, да? Алиш, тот же, насколько я помню, Алиш участвовал в гонке вот со сборной России в том числе. Да и вообще, наверное, в этом году достаточно много гонок с участием спортсменов из России. Каково вообще соревноваться с россиянами в этом году? Когда мы ехали с российской командой Vajens, мы думали, мы будем с ними соревноваться. Но мы видели, как они очень хорошо заели. И сейчас у нас они немножко выше нашей сборной. Тяжко им бедка, можем секундовать. У него, в принципе, поле было хорошее первое. Там на этом поле было насыпано очень много этой наверхней, да? Насыпки. И он хорошо просто стартанул. Не дал мне сложиться просто, да и все. И тяжело было его гонять, но гонял, но нету ничего из этого результата. Кстати, сегодня, я не знаю, коллеги заметили, не заметили, сегодня какая-то несчастливая третья дорожка была. О, да, очень тяжело было оттуда уехать. Ее перекатали, то есть трамбовали трек. Почему? Одним словом, потому что было... ждали вроде как дождь, чтобы там... Если пойдет дождь, чтобы потом эту воду согнать можно было. Если бы ее не укатывали, пошел дождь, получилось бы картофельное поле. Как бы подстраховались, и поэтому так получилось, что вторая, третья дорожка более такие твердые были, чем первая, вторая. Спасибо большое, поздравляем. Видео спорт мото.